Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. Я предлагаю приготовить очень вкусную альтернативу курицы по-французски. Курица с грибами. Для приготовления нам потребуется 450 грамм куриного филе. Я его разделила на 4 порции сразу. То есть вот такими ломтиками. Не очень толсто, но достаточно. Также нам потребуются консервированные шампиньоны. В банке 230 грамм нам потребуется половина. 2 столовые ложки сметаны, 100 грамм твердого сыра, столовая ложка горчицы. Также нам потребуется соль. Итак, в сметану добавим столовую ложку горчицы без горки. Этого достаточно. Пол чайной ложки соли и все хорошо перемешаем. Получившейся смесью смазываем куриное филе. Можно его не отбивать. Кстати, такие полузаготовки очень хорошо замораживать и потом просто уже готовое приготовить. Распределяем равномерно сметану. Как вы заметили, соль я не добавляла, то есть я отдельно не перчила филе. Соли достаточно, которую мы добавили в сметану. Оставим промариноваться буквально на 5-7 минут. Этого будет достаточно. Можно использовать свежие грибы, тогда их необходимо слегка обжарить. Поверх курицы выкладываем шампиньоны. Если вы будете готовить свежие и обжаривать, можно обжарить их вместе с луком. Если консервированные, можно без лука. Выкладываем на каждое филе. Это примерно 100 грамм выйдет, то есть пол баночки. Такую курицу готовить можно вместе с гарниром. У меня сегодня славяновская крупа, то есть смесь гречки и ржаной крупы. Сверху устанавливаем корзину пароварки. Сыр я буду добавлять в самом конце приготовления. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду я на режиме рис-крупы. 35 минут. Нажимаем старт. Итак, время приготовления истекло. Посыпаем теперь тертым сыром каждую куриную грудку. И оставим на подогреве на 5 минут, чтобы сыр расплавился. Итак, прошло еще 5 минут. Курица и гарнир полностью готовы. Вот так быстро и просто можно приготовить полноценное второе блюдо. Курица получается нежной и очень вкусной. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!